Сейчас я вам еще покажу коктейль, который я придумала. Я не знаю, как его назвать. Назовем его каруселем. Итак, нам понадобится гренадин. Какой краситель? Краситель капец вообще. Фу. Кола. Мне интересно, на слоями у меня получится. Где кола? Кола, кола, кола. Вот она. Эч. Блин, как тяжело-то. Сука. Сейчас, подождите. Блин, почему такая тяжелая? Сейчас у меня сейчас слоями ни хрена не получится. Оп-оп-оп-оп. Давай. Конечно, у меня нет ложки, которой надо, но все у меня смешивается, сука. Ну пиздец, блин. Только у меня такое может быть. Сука, все смешалось. Похер, значит так надо. Так надо. Все должно смешаться. Сейчас опять его на свету. Теперь добавляем самбуки. Мне кажется, это сильно много я налила. Переливаем поменьше. О, вот так вот, да. Как раз нормально. Такое сладкое. Теперь добавляем самбуку. Даже не знаю, сколько я добавляю, если честно. Хватит! Все, хватит, а то меня унесет. Теперь... что теперь? Я же забыла! Почему у меня слоями ничего не получается? Черт бы его подрал. Надо его поджечь. А если я его подожгу, его надо чем-то прикрыть. У меня нечем чем прикрыть. А если я просто дуну? Будет все нормально или нет? Ни хрена нормально не будет. Боже, у меня даже трубочка поплавилась, прикиньте. Я просто в шоке. Давай. Прикиньте, не парится. Короче, эту хрень надо просто так пить. Давайте попробуем. Давайте через трубочку. Вроде так. Ничего. Пойдет. Самбуку, конечно, слышно. Значит, наверное, кола предотвращает. Бля, чувствую, сейчас так нажму. Так нажму, что пиздец. Что бы я хотела налить? Сначала мы наливаем самбуку. Мы, наверное, ничего подпаривать не будем. Да. Хватит. Мне уже и так хорошо. Теперь наливаем молоко. Блин, его надо было слоями. Сука. Я лох. Короче, наливаем, блин. Все по плану, все как надо. Блядь, пиздец, что это за хуйня получилась? И гренадина. Мне кажется, у меня бы не получилось бы уже все, я уже ушла. Это уже пьяная, блин. О! А что, получилось яме? Нормально. Внизу же он. Красиво, мне нравится. Интересно, как оно, конечно, на вкус получится. Ну вот, короче, такая фигня получается. Сейчас я попробую, заценю, скажу вам. Фу, ну блин, ну самбука, она такая противная.
сама самбука. Дерьмо. Лучше просто пить молоко, если честно. Пейте молоко. Оно полезнее, попроще, не горит, у него нет никаких проблем. И оно не липкое. И к столу ни хрена не прилипает. Так что всем советую молоко. Самбука, ну его нафиг. Она уже вся липкая, эта самбука. Фу, блин. Фу. Короче, капец. Вот и подошел новогодняя ночь к утру. Но сегодня есть радостная новость. Хочу всех обрадовать. Если кто любит сказки, с сегодняшнего дня, с 1 января, жизнь Пи в кинотеатрах во всех. В Украине и в России. Так что идите, смотрите. Я ходила на «Хоббита», мне очень понравилось. Думаю, жизнь Пи это вообще это лучший «Хоббита». «Хоббиты» будут просто отдыхать. Поэтому я уже горю желанием. Я не знаю, с самого утра или в обед я обязательно сегодня поеду. И буду смотреть жизнь Пи. Вот это круто. Сегодня смотрела. Итак, с 2012 годом я попрощалась, пошла, посмотрела 31 числа с Новым годом мамы. Ну, такое себе. И поплакать, я раза 3-4 плакала. Такой хороший фильм, ну, такой, часиком вроде идет. Русский, короче, фильм, ну, что тут сказать. Даже Павел Воля плакал, между прочим. Да, такой трогательный такой фильм, хороший. Вот, и начинаем сезон с 2013 года, с 1 января, я иду на жизнь Пи. Вот так вот. Окончила год кинотеатром. И начиная год кинотеатром. Снова сеансом хорошего фильма «Жизнь Пи». Так что всем желаю посмотреть его. «Жизнь Пи» — это будет бомба. Все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, я хоть в кадр попадаю. Затухаю свечки и смотрю по своей старой традиции бедную Сашу. Всех с Новым годом еще раз.